dvhub.ru. В конкурентной политической борьбе за пост губернатора, представителя ЛДПР Сергея Фургала, положение регионального отделения нашей партии в крае несколько изменилось. Мы впервые для себя, впервые для Единой России в Хабаровском крае учимся работать в оппозиции. При этом мы не должны рассматривать то, что произошло в сентябре 2018 года, как чрезвычайное происшествие или повод для самобичевания, и уж тем более мы не должны и не будем с вами к этому привыкать. Расширение политической конкуренции – это значимый стимул развития для нас, как для правящей партии. dvhub.ru